Мы первыми приходим на помощь и служим людям. Такое название дали своей выставке сотрудники МЧС. Цель одна – показать мгновение нелегкой службы сочинских спасателей. У нас есть и пожарные, и спасатели, как и федерального ведомства, так и муниципального, субъектового уровня. Здесь также у нас есть составляющая на воде, конно-кинологический центр, учебный центр, центр управления в кризисных ситуациях. Это тысячи людей, которые готовы, которые находятся в постоянном боевой готовности. В преддверии 25-летнего юбилея, который будет отмечаться в конце этого года, экспозицию решили развернуть в аэровокзальном комплексе, где, особенно сейчас, в бархатный сезон, так много людей. Пассажиры тем самым видят с разных стран, со всей территории России видят деятельность данного ведомства, они видят, какие они мужественные, как они заботятся о нашем населении, спасают людей действительно. Конечно, тем, кто спешит на рейс, не до фотовыставки. Но, как показывает практика, а в аэропорту это уже не первая экспозиция, ожидающие своего рейса, прибывшие в аэропорт заблаговременно, любят рассматривать и художественные выставки, и фотографии. Тем более, что на этот раз все фотоработы сопровождаются названиями, достойными стать названиями фильмов. «Мы умеем ценить жизнь» или, например, «Пройти сквозь линию огня». Выставка будет работать до конца октября. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ВКТ.